Saygılı Gagavuz dilini seven insanlar, saygılı Gagavuz dili kursuna katılan insanlar, zaman hayır olsun. Bugün sizinle 12. üretimiz var. Ama tekrarlayarak başlayırız. Tekrarlayın dostlar. Bakın burada. Ben sokaktayım. Lafımız sokak. Nerede? Sokakta. Я на улице. Ben sokaktayım. Sen sokaktaysın. Друзья, обратите внимание, сокактайсын. Сокакта всегда будет присутствовать на улице. И я на улице. Сокактайым. Вот это им означает, что я. Сен сокактайсын. Обратите, сен сын похоже, да? О сокакта, вот такая форма получается. Бис сокактайыз. Обратите внимание, вот. И юз, да? Юз. И биз похоже, да? Сис сокактай сыныс. Вот тут есть тоже эти элементы с, сис, да? Сыныс. И потом онар сокакта, они на улице. Вот еще прилагательные у нас есть. Биринджи и гиргин. Биринджи первый и гиргин отважный. Давайте вместе, друзья. Бен гир биринджи им. Вот, посмотрите. Биринджи оканчивается на е, мягкое, да? Значит, будет аффикс им. То есть тут юм, а у нас будет им. То есть будет и, да? Вот так вот, да? Давайте я напишу. Биринджи им. Бен биринджи им, да? Дальше. Сен биринджи син. Уже сами пишите, друзья. Сен. Вот он. Сен. Биринджи син. О биринджи. Бис биринджи из. Сиз биринджи синиз. И онар биринджи. Или онар биринджи дирш. Помните, мы говорили иногда может брать аффикс дыр, дир, дур, дюр, да? И еще одно прилагательное гиргин, отважный. Бен гиргиним. Видите, тут нет тут нет вот нашего ю, потому что наш, значит, наше прилагательное заканчивается на консон. Видите, гиргин ним будет, да? Бен гиргиним. Сен гиргин син. О гиргиндир, можем сказать, или о гиргин. Бис гиргиниз. Сиз гиргин синиз. И онар гиргин. Онар гиргиндир, можем сказать. Друзья, эту тему мы проходили где-то в седьмом, восьмом занятиях. Посмотрите, пожалуйста, если вы открыли этот урок и вы не поняли тему. Посмотрите, у нас есть таблица. Идемте дальше. Пожалуйста, вот здесь просклоняйте. Вот я оставила вам место. Просклоняйте три слова. И у нас еще есть глагол. Üzerim. Я плаваю. Плыву. Я плыву. Или плаваю, да? Ben üzerim. Обратите внимание, те же аффиксы, да? Вот, вот он им. Вот он им. Ben üzerim. Sen üzersin. Ты плаваешь. O üzer. Biz üzeriz. Siz üzersiniz. Onlar üzer. Или onlar üzerler. Но мы говорили, что если у нас в предложении одно слово имеет аффикс лар или нар, то есть аффикс множественности, то в глаголе мы можем его не использовать. Например, onlar üzer. Onlar geldi. Onlar geldiler. Onlar geldi.
Тут уже он нар говорит нам о том, что это не один человек, их много, или человек, или что-то другое, да? Поняли. Смотрим дальше. Планен язен. Напишите свой план. Ма плюс исте. Ишлик модель не кулланен. Вот это значит ишлик модель. Вот такая модель есть, друзья. Используем эту модель. Эту модель мы проходили на 11 и 10 уроках. Вспомним, да? Это сложные глаголы, да? Бакма истерим. Истерим гельме. Истерим гюрме. Гюрме истерим. Вот такого рода, да? Поэтому аффикс ма. Тут, значит, будет глагол. Плюс аффикс ма. Инфинитивная форма глагола. Начальная форма глагола. И плюс «исте». Хочу писать, хочу сказать, хочу увидеть и так далее. Если не поняли, друзья, о чем идет речь, да? «Бешил сондра не япма истерсенис, не реагитмя истерсенис». Вот ваши вопросы. Через 5 лет «бешил сора». Через 5 лет что хотите сделать? Или делать. Нерея гитмя истерсенс. Куда хотите пойти? Например, вот такое предложение я бы составила. Беш ел сора. Дэн. Ай, нерея делим. Бразилия я гитмя истерим. Орада бир ев алма истерим. İsterim yaşama denizin kenarında. Вот такого рода, друзья. Вот такого рода предложение постройте вот по этой схеме, вот по этой модельке, да? Поняли? Ну, предложений 4-5. Сколько сможете, друзья? Идемте дальше. Друзья, я читаю, вы внимательно слушайте и старайтесь понять. Эти слова мы все проходили. Пожалуйста, стараемся понимать. Значит, идет диалог между Ильей и Денизом. Алло, селям. Дениз, эвдейсин ми? Селям, дейл ми эвде? Та иштейм. Бугюннерде пек чок ишим вар. Хер гюн иштен геч чыкырым. Anlıyorum. Çoktandır buluşamıyoruz. Yarın boş zamanının var mı? Seni görmeye isterim. Yarın akşamleyin mi? Sanırım anne uyumayacak. Yarın da pek çok işim var. Ben de seninle buluşma isterdim. İsterim. İsterim. Добавьте. Haftanın bitkisine vakıdım olacak. Pazar günü ne yaparsın? Bitkisine добавьте точки, друзья. Biz futbola gitmeyi isteriz. Sen de bizimle gel. Futbol isla bir sport ama ben istemiyorum gitme. O iki günü ta sessiz bir yerde geçirmeyi isterim. Cumartesi sabah ekmeğini kafede yiyelim mi? İstersin mi? İsla, nerede? Çiçek kafesinin yerini biliyorsun mu? Bilmiyorum. Nerede? Dimitri Karaçoban sokağında, liseyin yanında. Anladım, aklıma geldi. Kaçta buluşuyoruz? Saat 9'da. Uyuyor mu? Anlaştık. Saat 9'da buluşuyoruz. Sen şimdi futbola gitme istemiyorsun mi? Bilmiyorum. Biliyorum hani pek isla bir oyun olacak ama kalabalığı beğenmiyorum. Başka kere. Isla. Cumartesi kafede buluşuyoruz.
Достар, санэрм аннадыныз? Эвдайсинме. Обратите внимание, ты дома. Эвдайсинме. Ты дома? Не знаю, стоит ли переводить, друзья. Вы должны, по-моему, все уже понимать. Тут нет слов, которых вы не знаете. Мы все эти слова проходили с вами. Я думаю, вы поняли. И вот вопросы к этому тексту. Несколько вопросов. Достлар нереде булушер. Напишите свои предложения. Достлар нереде булушер. Где встречаются друзья? Незаман, когда? Качта, во сколько? Денис иштен геч ми чыкер? Или я футболу бейнмейер ми? Денис с работы. Иштен с работы. Поздно выходит. Или я футболу бейнмейер ми? Или не нравится футбол? Не любит футбол? Надеюсь, друзья поняли. Ответим коротко, буквально 5-6 предложениями на эти вопросы. Изин разрешение. Напишите, пожалуйста. Изин разрешение. И риджа просьба. Вот так мы можем попросить разрешение. Вармы нидже гиреим. Могу ли я пройти? Вот нидже, насл, вы знаете, два синонима, да? Одинаковые значения имеют. Мы можем использовать и насл, и нидже. Вармы нидже гиреим. Могу ли я пройти? Зайти в помещение. Могу ли я зайти? Вармы насл бишей сураим. Могу я что-то спросить? Варма насыл дышарычкаем. Могу ли я выйти? Варма насыл пенджерей ачаем. Могу ли я открыть окно? Вот так, друзья, мы просим разрешение о чем-либо. Варма насыл. Можно ли? Варма нидже. Одинаковое значение, да? И вот риджа. Просьба. Варма насыл джуап верейсинис. Можете ли вы ответить. Можете ли вы ответить? Варма насал капую капаяйсенс. Можете ли вы закрыть дверь? Это уже просьба. Варма нидже сюлейсенс. Можете ли вы сказать? Варма насал бирас отурайсенс. Можете ли вы немного посидеть? Вот это у нас получается риджа, просьба. А это изин разрешение. Идемте дальше. Эвиши. Домашнее задание. Нелер юрендик. Посмотрим, друзья. Не юрендик. Что мы научились в этом уните? Значит, это у нас последний урок третьего уните. На следующий раз мы уже начинаем четвертое уните. Другие темы, друзья. Посмотрим, что мы учили. Мурат бей врачтар. О, Тюркиеде яшер. Да, друзья, вот. О, Тюркиеде. Вот это у нас превращается в е. И тут добавляем еще де. Тюркиеде яша. Если наш... Давайте вспомним. Если основа глагола заканчивается на согласное, на вокал, то у нас... А превращается в Э, и еще один аффикс есть, да? Р. Яшер. О, яшер. Яшер. Два Э получается. Это А превращается. Одна Э получается. И еще аффикс Р. Одна буква Э в аффиксе Р. И получается яшер. О, хер, саба, иеркен, сад, алты. Да, пишем да. Алты, да, калк, значит, наш ишлик консон нам битер, консон, и поэтому только аффикс р, э и р,
O her sabah erken saat 6'da kalkar. O sabah imesini дома, да? Ev где? Да, де. Аффикс да или де, да? Evde и yer. Saat 7.30'da çıkar. Nereden çıkar, dostlar? Nereden? Ev написали, да? Nereden çıkar? Evden çıkar. Saat 8'de işe başlar. Начина приступает к работе в 8 часов. Saat 1'de öğlen arası var. Avşamleyin saat 5'te. Te, да, друзья? 5'te. Avşamleyin saat 5'te. İşten çıkar. İşten çıkar. Saat 6'da eve yetişir. Клиника. Я Мурат Бей. Клиника. Мурат Бей. Пек. Клиника. Да. Да, друзья? Клиника. Да. Нереде. Йорулер. Где устает? В клинике. Клиника. Да. Мурат Бей. Пек. Йорулер. Эвде. Име. Иер. Поставьте точки. Газета, хем журнал, окуер. Бираз компьютере, бакер. Геджа, 23.30'da. Уюма, ятер. Афтанын сонунда, Мурат бей, айлесиннен, дениз кенарына, гезме, чикер. Поняли, друзья? Пожалуйста, напишите правильно. Бошлуклары долдурун. Бошлуклары долдурун. Сабален бен саат алты да к встаю, да? Калкерым. Пожалуйста, заполните предложение. Утром я в 6 часов к калкмак вставать, да, друзья? Утром что мы можем в 6 часов делать? Вставать. Калкерым. Сен саат качта. Саба имеси. И кушать, да? И ерсин. Пожалуйста, пишем правильно. О саат секиз. Дэ эвден ч. Чикэр. Биса докуз тт офис булунерыз, да, друзья? Офисте булунерыз. Пожалуйста, все сделайте сами, друзья. Я не хочу подсказывать, чтобы вы посмотрели в свои таблицы, которые раньше учили, вспомнили. Пожалуйста, сделайте это сами. Дору ишлин алтыны чизин. Вот, друзья, burada iki işlik var. Тут и два глагола. Один из них в правильной форме, другой в неправильной форме. Находим правильную форму и снизу подчеркиваем. Я делаю только первый пример, а остальное вы делаете сами. Анку сока бакер и гюрер. Друзья, которые верные? Анку смотрит на улицу. Анку видит на улицу, да? Сока гюрер. Анку сока бакер. Еще одно. Бен кёпектен северим. Коркерим. Кёпектен. Обратите внимание. Кёпектен. Собаки. Я боюсь собаки. Бен северим кёпе будет, да? Кёпе. Я люблю собаку. А тут у нас бен кёпектен коркерым.
Друзья, поставьте, пожалуйста, шапочку над «э». Давайте я тоже поставлю. Вот она, «коркерым» и точка. «Сиз киноя гидерсиниз ми?» «Сиз киноя северсиниз ми?» «Гидерсиниз ми?» Да, друзья? «Нерея киноя?» «Не аперсенс гидерсиниз ми?» Вы идете в кино? Значит, правильный ответ вот этот. Остальное, друзья, находим сами. Друзья, здесь наш урок подошел к концу. Достар, burada bizim урокumuz bitti. Ev ödevlerinizi yapın, ev işlerinizi da koyun bizim sayfamızda. Ben de göreyim, hani siz çalışıyorsunuz. Zira ben sadece bir kişinin ev işlerini görüyorum, seviniyorum da sanırım hani sadece o öğreniyor, o bakır. Başka kişiler bakmıyor sanırım. Ona göre peki alvaracağım size. Yazın, çekin fotoğrafını da yollayın bana ya da sayfada paylaşın. Ben de onaylayacağım da sizin işiniz, ister şeyiniz var nasıl dursun bizim sayfamızda. Çok sağ olun dostlar. Kalın sağlıcakla. Yarın öbür uğruğumuzu yazacağız. Benim adım Güllü Karanfil. Ben sizinle bir yerde yardımcı olayım size. Öğrenme, Gagavuz dilini bilme, kendi dilimizi ta isle, ta doğru. Kalın sağlıcakla.